Прошлый литературный вечер, где присутствовал главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев, поэт, и поэт Андрей Шацков, главный редактор знаменитого альманаха «День поэзии», их 2,5 часа не отпускали. Напомню, что также сюда приезжали наши сербские писатели. Здесь проходил очень большой, при поддержке Академии культуры мы проводили большой вечер встречи с 6 сербскими писателями и публицистами. Сюда же приглашали вот, в Тюменский университет, который... То есть мы параллельно работаем, университет, академия, Тюменская областная дума. Приезжал Юрий Козлов, главный редактор «Роман-газеты», сам замечательный писатель. И многие другие вот, через университет проехали, и Захар Прилепин. И вот на книгу года приезжал Александр Снегирев сегодня, это номинант русского букера. Да, да, идет молодежь. Мы стараемся привозить разных авторов, разных течений, разных направлений. Главное, чтобы сохранить интерес к живому слову. Вот и в первую очередь к поэзии, которая, как я всегда говорю, нуждается в поддержке. То время, в которое впервые вышла биография Есенина в серии «Жизнь замечательных людей», оно во многом заставляло вспомнить о той эпохе, в которую животворил Сергей Есенин. Потому что, когда мы сидели в архивах, когда мы читали прессу того времени, когда мы вдумывались в причинно-следственную связь, в существо событий той эпохи, уже отделенной от нас десятилетиями, мы находили очень много соответствий в той современности, в какой мы оказались сами.